Всем привет, друзья, с вами я, Настя Дифферент, и то, что произошло буквально несколько минут назад, очень бесит. Вы, наверное, все знаете Банду Банду. Да, она не хочет в школу, потому что якобы болеет. А мне нужно делать уроки, и еще плюс я жду заказчика одежды. Точнее, он привезет обувь. Ну, вот поэтому я и написала, что я выйду только в 16. И задолбала уже. Она проучится, не ходит в школу, и для нее это якобы поздно. И идет гулять с этой долбанной Ирой, которая ее передавала несколько раз. И она меня тоже передавала несколько раз. Так что это очень бесит. Я со вчерашнего дня ждала этой долбанной прогулки, потому что после курьера мама меня отпустит на прогулку. А теперь нет, я иду гулять с Ирой. Пошла нахер. Ну, вы поняли, короче. Мне это бесит. Просто бесит.